Танцы на столах, да еще и в центре Екатеринбурга устроили 6 девушек, которые не побоялись в легкой одежде выйти на 20-градусный мороз и показали, как можно зарядиться хорошим настроением на всю рабочую неделю. Желающих посмотреть на морозные танцы было много, но вот последовать примеру отважных девушек не решился никто. Сами участницы акции говорят, что готовы танцевать где угодно, лишь бы выделяться из общей массы. И всем, кто не стесняется самовыражаться, танцовщицы готовы дать открытый урок. Такой флешмоб в Екатеринбурге проходит первый раз, хотя в России девушек, танцующих на столах, уже видели и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Мы собираем лучшие движения на корпоративах, на вечеринках и внедряем это в качестве примера того, как люди должны отдыхать. И именно того, что мы танцуем на столе, это самовыражение и открытости души.